Всем привет! Сегодняшнее видео будет про прошедшие недавно соревнования по джип-спринту 2020 под названием «Жажда грязи» в городе Ташкенте, Биктимирском районе. В этом видео я выложу съемки сверху машин, а также изнутри, как я ехал на пассажирском сиденье в одной из машин. Посмотрите, пожалуйста, это видео до конца, поставьте лайки, кому не трудно, ну или дизлайки, кому видео не понравилось. Спасибо за просмотр! Поехали! Остановимся на остановке!
Все, пора одевать шлем. Попробую одеть. Сейчас будем преодолевать брод через его сложную сторону. Глубоко там стало, гораздо глубже, чем было. За временем следишь? Да, за временем слежу. 6 минут 56 секунд от начала гонки. Только? Да. О, мы каждый круг ускоряем, да, получается? Да, получается, мы проходим каждый круг быстрее. Ну правильно, ты вкатываешься. Ты же знаешь, как проехать. Оттуда вот справа что-то никто не едет. Там бедки, эти застряли. Да. Блин. Надо было правее, Вань. Максимально. Ого. Идем? Ох, как это жестко. Как будто мы ударились прям мостом об эту землю. Или... мостом вряд ли, ну, потому что... прям очень ощутимо. А здесь типа вверх, интересно? Никто не ездил, кстати. Ой, материться нельзя на видео. Стойка. У нас там догоняют. Надо с... Прочить окна. Из брода на... Порвал. Штраф. Правее бери, Вань. Еще правее? Правее, не так глубоко. Да, вот отсюда нормально. Давай. Только здесь выезд. Плохой, то есть. Ну вот эта левая часть ничего там, в принципе, мягкая. Вот здесь, да, и здесь надо, а надо там по левой ехать, а потом переходить на правую поверху. Вот так что? Нет. Вот где сейчас вот ты по лево пошел, смотри, смотри, вон вижу, там. Нормально. Ты мое сосредоточенное лицо тоже снимай. Я вот еду, рулю. Давай, давай, ты рули в камеру, не смотри. Рули, рули. О, здесь снежок. Мягкий. Ребята, кто будет смотреть это видео, вот мы уже пятый круг едем, адреналин только увеличивает. Кайф нереально. Вот кто не смог приехать или не захотел, или побоялся, вы многое потеряли. Ничего это... страшного здесь нету. Едешь и кайфуешь. Здесь полегче вроде, чем через брод. Поплавнее. Этому тоже штраф. Записывай, записывай, штрафы все мои записывай. Записывай. Че, Вань, еще два круга, вот этот и еще один. За временем. На выезд, наверное. Вот этот еще один, наверное. Вот, вот этот и еще один. И по времени там посмотрим. Да, посмотрим, как получится. Не укачало еще? Нет, ты че, я только в азарт вошел, надо час давать, полчаса ты обкатываешься, потом полчаса конкретно. Через воду? Да. Попробуй левее, он хорошо, здесь выезд хороший. Видишь? Вот так надо ехать, смотри. Видишь, выезд хороший. С левой стороны. Эй, несет, несет, руль вправо. Не тормози! Чуть не перевернулись мы, блин. Это было, бля, мощно. Кто заснял снаружи? Вообще эпично, наверное, было.
О, молодец! Второй раз я так не смогу. Да. Это было вообще опасно. Я тормоз снижал. Инерция, да, пошла? Левые колеса, по-моему, оторвались от земли, мне кажется. По ощущениям, вообще было серьезно. Ну, на победу здесь надо помощнее биться и, наверное, на трехдверке все. Если соберу к следующему сезону еще одну трехдверку свою, шабартановскую не... Можно не да, и если будет они самоблока или вообще жесткая, будет, не, ну жестко здесь будет круче. На поворотах не всегда жестко, да, срабатывает. Она иногда нормально срабатывает. На поворотах она может во вред даже, да, идти. Вот. И до самоблок тоже, понимаешь, иногда играет. По-моему, у меня колеса обледенели после САИ, поэтому мне даже машина сейчас хуже стала ехать. Вань, 4 минуты остается. Успеем еще один? Ну, если хорошо поедешь, то успеем. У нас средний. Давай последний. 3 круг. Минуты? Давай последний круг, 4 минуты. Давай, крайний круг там закончим. Спокойно, да, проедем? Да. Должны успеть 4 минуты. Здесь секундомер работает, да? Да, работает. Офиг. Все, финишируем. Дай 5. Красавчик. Вот так. Вот остальные участники тоже цела? Финишируют. Машину, ты покажи, что профессионализм, это когда ты финишируешь, у тебя все целое. Все целое. Будем надеяться, что ничего не оторвало сзади эти удары. Непонятно, от чего. Ух, загнуло номер. Откуда были удары? Не совсем понятно. Что это так било? Вроде ничего не оторвалось, даже глушитель на месте. Вроде все целое. Вот так завершилась наша гонка. Было очень весело. Масса эмоций. Это прям для меня первый раз, когда я ехал внутри машины на таком соревновании, на таком мероприятии. Мне очень понравилось. Эмоции, конечно, незабываемые. На бок она встала. Чуть не нырнули, да? Вообще супер было. На камеру я скажу, что я сделал это специально.